Praise the Lord. Слава Господу. Ну я знаю, що це реклама, але що я зроблю? I know this is commercial, so what can I do? Книга в домі мого батька на українській мові, та ж на русском языке, в домі моєго отца. And my father's house in English, and the latest CD. I know I can't sing. If I sang for you, you'd probably buy the CD. But I'm almost healed. Я почти исцелен. Пока я сейчас не могу петь, но почти исцелен. This morning, I wanted to go forward for prayer for healing. И сегодня утром мне самому хотелось выйти на молитву для исцеления. But I was a little too shy to do that. Мне так постеснялся это сделать. I'm the speaker. Я же ведь проповедник. So three brothers came to me instead. И ко мне вместо этого сами братья подошли и начали за меня молиться. They prayed so hard. Они так молились от души. And the Lord spoke to me this morning. И сегодня утром Господь проговорил ко мне. Listen to what he said. Послушайте, что он сказал. I will not break my promise to heal you. Я не отменю мое обетование исцелить тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Thank you, Lord. Слава Господи. God is a promise-keeping God. Amen. Бог обещающий и сдерживающий свои обещания. Let's turn to Hebrews chapter 12, verse 2 and 3. Давайте откроем Евреям 12 главу, 2 и 3 стих. And it says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. И здесь сказано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Who, for the joy that was set before him, you are that joy, I am that joy. Который вместо принадлежащей ему радости, радость это мы и я вместе с вами. He endured the cross and he said, this shame is nothing. And he sat down at the right hand of the throne of God. И он претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. And here's the key phrase of the message. The key phrase. И вот ключевая фраза послания. Consider him. Помыслите о претерпевшем. That endured such contradiction of sinners against himself, lest you be weary and faint in your mind. Такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. That last verse, it speaks to us about self-pity. И этот последний стих говорит к нам о самосожалении. Did you ever feel sorry for yourself? Бывает такое, что вы себя жалеете и вам... Nobody loves me. Никто меня не любит. Nobody comes and shakes my hand. Никто мне руку даже не пожал. I have no friends. Друзей у меня нет. I'm so lonely. Мне так одиноко. Stop feeling sorry for Перестань yourself. Себя жалеть. You want friends? Be a friend. Хочешь быть другом? Станем. Overcome your shyness and say, hey, my name is George. Переступи через свои стеснения и скажи, привет, меня зовут Джордж, Дима. When you serve, и когда вы служите, others, когда вы благословляете других, you'll have more friends than you can, you у вас будет больше друзей, чем вам представляется. So we feel sorry for ourselves. Мы так сожалеем себя until до тех пор, we consider him. Пока мы не начнем размышлять о нем. And that's why the Lord it tells us in Hebrews 12, looking unto Jesus. И вот почему нам Библия повествует, чтобы мы взирали на Иисуса. But we don't see him with earthly eyes. Но мы не видим, не можем его увидеть земными глазами. But he wants to develop in us. Но он хочет развить в нас. Eyes of faith. Глаза веры. That we see him who is invisible. Чтобы мы увидели его невидимого. As if he were right next to us. Что прямо как будто он здесь рядом с нами. Do you believe Jesus is right here now? Вы верите, что Иисус прямо сейчас здесь? He is here. Он здесь. His Holy Spirit is here. Дух Святой здесь. We can't see him. Мы не можем видеть. But I can feel him right now. Но я могу его чувствовать прямо сейчас. Он здесь. He's here to heal you. Он здесь, чтобы исцелить тебя. He's here to save you. Он здесь, чтобы спасти тебя. To change Он your life. Здесь, чтобы изменить твою жизнь. You will never be the same. Ты никогда не будешь прежним, you see him with eyes of faith. Когда ты увидишь его глазами веры. You know, it's interesting when you read the New Testament or the four Gospels. Знаете, интересно, когда мы читаем четыре Евангелия, Новый Завет. People far from God. Люди далекие от Бога. And when they show a little bit of faith. И когда они чуть-чуть проявляют веры. God saves them. Бог спасает God их. Forgives them. Бог прощает их. God sends them home clean.
оставляет их домой чистыми, свободными. And religious people. И религиозные люди. Oh, it's so difficult. О, как это все сложно. We have to think about everything. Нам нужно все передумать. But today, но сегодня let's consider him. Let's давайте look to Jesus. Поразмыслим об Иисусе. Numbers 21, verses 8 and 9. Числа 21, 8 и 9. We're skipping a slide there. Мы пропускаем один слайд. It says, the Lord назад. Said to Moses, и сказал Господь Моисею, make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный взглянет на него и останется жив. What a strange thing that God told his people to do. Что за странное повеление от Бога, которое он сказал людям сделать? But we will understand what it meant then and what it means today. Но мы поймем, That's когда, да, мы поймем, почему, что это значило тогда и сегодня. We have to look at the context. Нам нужно посмотреть в контексте. This happened during the 40 years of Israel in the wilderness. Это произошло во времена 40-летней пустынной жизни Израиля. They disobeyed God. Они не повиновались Богу. They didn't believe God. Они не поверили Богу. And they didn't enter when God said to enter. И они не вошли тогда, когда Бог им сказал это сделать. Their fear was, их страх был следующий. Their children would die from the great giants in the land. Что их дети помрут от больших великанов в обетованной земле you know для них. Said? И знаете, что Бог сказал? Your children will not die. Что ваши дети не умрут. They will inherit. Они унаследуют. And they will possess the land. И они захватят эту землю. А вы умрете. After 40 years of walking in circles. После 40-летних круговых путешествий по пустыне. And so what was the result? И какой же результат? God led them into a place where there's no water. Бог ввел их в пустыню, где не было воды. No trees. Не было деревьев. Just sand and dirt. Песок и пыль и грязь. So 2.5 million people with children, small children. 2.5 миллиона людей с маленькими детьми. Nothing to drink, nothing to eat. Нету пить, нету еды. Now, God tested them for a day or two or three. Бог испытал их один, два, три дня. And they were thirsty. И они возжаждали. So what do you do? What do I do when we're thirsty? Ну, когда нам хочется пить, что мы делаем? We look for something to drink. Мы ищем где попить. But there's nothing to drink. А пить нечего. So now they start to complain. И они начали роптать. Can you hear it? Вы можете это представить, услышать, как 2.5 миллиона людей ропщут, больше. And instead of trusting the Lord, и вместо того, чтобы доверить Богу, Бог показал свои пути Моисею и действия свои к детям Израиля. What does that mean? Что это означает? Moses knew what God was like. Бог знал природу, Моисей знал природу Бога. Yeah, that God is good. Что Бог благ, добрый. They will not die of thirst. Что они не умрут от жажды. They will not die of hunger. Что они не умрут от All голода. They had to do. Все, что им нужно было. Okay, God. Боже. No water. Вода. No food. Нет воды, нет God, еды. What now? Бог, и что теперь? What will you do? А что ты сейчас сделаешь? God loves that. Бог любит, когда that наши отношения такое, когда у нас чего-то we нет, trust him когда мы доверяем Ему for what we need. В том, в чем мы нуждаемся. That's all they had to do. Это все, что им нужно было. But they started to be negative. Но вместо этого они стали быть негативными. Let me ask you. Позвольте спросить. Do you like other negative people? Вы любите других негативных людей? Nobody wants to be around a negative person. Как вообще с негативными людьми? То не так, так не сделать. И то не так, и это не так. There's an echo, right? Yeah. They complain. Они ропщут. And it reached the heart of God, the ears of God. И это достигло сердца и ушей Бога. They don't believe me. Они мне не верят. They don't trust Они me. Не доверяют мне. So then he gave them water from the rock. И он дал им воду из gave скалы. Them angels food. Дал ангельскую еду. They still complain. И они все равно ропщут. We are sick of this food. Все, нам надоело это еда. Manna in the morning. Одно и то же. Manna in the afternoon. Манна утром, манна в обед. Burgers for night. И бургеры manna на вечер. Manna everything. И все
всюду манна, ну что это такое? So God said, okay, you want to complain? И Бог сказал, хорошо, хотите, I'll show you what your complaint is like. Хотите недовольничать, я вам покажу, что такое недовольство и ропот. And he sent snakes. И он отправляет змей в пустыню. Не больших змей, а маленьких. Do you know, it's the big snakes that don't have so much poison. It's the small snakes. Вы знаете, что не в больших змеях обычно сильный яд, а в маленьких. There is an Egyptian snake, viper. Есть такие египетские змеи, называются гадюки. That when it bites you. И когда она жалит, not only does it hurt, has она pain, не просто больно, it burns. Это жгучая боль. It's so hot, and you can't stand it. Такая жгучая боль, что трудно перенести. That's why Moses called them fiery serpents. Вот почему Моисей назвал их огненные жалящие змеи. And thousands of these vipers started to come into the camp. Тысячи этих гадюк начали распространяться между Израилем. People are sleeping. Представьте себе, люди спят. Whack! People are complaining. Whack! А люди недовольствуют. And they started to cry out to God. И они воззвали к Богу. So God said to Moses. И Бог говорит Моисею. Make a snake of brass that in the sun will look like fire. Сделай образ змеи из меди, чтобы он выглядел как огненный змей. And you put it on a pole. И они поместили его на столб. But it'll slide down, so they had to put a crossbar. Но на столбике змея сползала, поэтому нужно было перекрестить. Can you see the cross? In the Old Testament. Вы можете уже увидеть крест в Ветхом Завете. The cross appeared in several places. Крест появился в нескольких Here's местах. In one place. Вот одно место. The night of the Exodus. И в ночь исхода. They said to put blood on the top of the door. И они сказали поместить, помазать кровью косяки that, дверей. That would drop down to the floor. Которая будет стекать на and пол. On each side. И на каждую раму двери. And what do you see? С двух сторон. И что вы видите? That God would save his people. Hallelujah. Что Бог, это знак, что Бог спасет so свой народ. Moses made a bronze snake. He put it on a pole. And when anyone was bitten by a snake and he looked at the bronze snake, he lived. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. But you know the snake that bites has significance for us today. Но знаете, когда змей кусает, для нас это что-то значимость сегодня. Because if someone hurts you. Потому что когда кто-то ранит тебя. When someone cuts you. Когда кто-то порежет тебя. So there's an open wound. Появляется открытая рана. There's a hurt. Боль. Now, physically, what is the greatest danger to an open cut? What is the greatest danger? Физически, что самое опасное для открытой раны? Заражение. Infection. Инфекция. So infection is a bacteria that enters the open cut. Инфекция, заражение, это бактерия, которая поражает открытую рану. Even when you close it. Даже если эту рану закрыть. The infection is inside. Инфекция остается внутри. And it turns red. И она начинает напухать и краснеть. And it begins to fill with a yellow, disgusting liquid called pus. И там такое появляется желтая жидкость, которая называется гной. And if it enters your bloodstream, и если этот гной поступает по жилам and goes в кровь to your heart or и to your brain, поступает в сердце you'll или get в мозг, sick человек заболевает from sepsis. От сепсиса. That is blood poisoning from bacteria. Это отравленная кровь от бактерий раны. Do you hear this? Вы слышите меня? What is physical has a spiritual element. Все, что имеет физическое, мы можем видеть духовные элементы. So if the greatest danger to a physical cut is infection, если самое опасное для открытой раны инфекция, what is the greatest danger to a spiritual hurt? Какая самая опасность для духовной раны? Bitterness. Горечь. Bitterness обида, is unforgiveness. Непрощение. Where you want revenge. Когда вы хотите отомстить. Where you want God to punish them that hurt you. Когда вы хотите, чтобы Бог наказал того, кто ранил тебя. Now, what is the antidote? What is the remedy for infection, physical infection? Итак, что является антибиотиком или противовоздействием против этого инфекции? Well, and
When I was a young boy, 19 years old, I went to the Soviet Union in 1973, first time. Когда я был совсем молодой, в 73-м году, я первый раз отправился в Советский Союз. And we saw how people lived. И мы видели, как там люди живут. We were in 15 cities. Мы в разных 15 городах были. We were there 50 days. Мы там 50 дней находились. God changed my life. Бог там просто преобразил и изменил мою жизнь. Slavic people. И я влюбился в наш славянский народ. But I saw little children playing in the park. Но я заметил, как в парке играют маленькие дети. And they had these green stains all over their face. И у них везде эти такие зеленые пятна по лицу. Что за зараза? Что это такое? Ну, это зеленка. I can't translate that in English. No translation. No translation. Личи, это са... Antibacterial. Это антибактериальная жидкость, зеленка. When I was a little boy in America, my mother had red or orange iodine. В Америке вместо этого пользуются таким оранжевым йодом. And mama would always say, "It won't hurt." She's lying. Мама всегда говорила, не больно, не больно. Конечно, она обманывала меня. It would burn. О, там больно, жгло. And in the Soviet Union, it was that green. А в Советском Союзе всюду зеленка помогала. So now, а теперь that's physical. Это в физическом мире. Going into the spiritual understanding, возвращаемся в понимание духовного. What is the antiseptic, antibacterial for your hurt, for your bitterness? Что является антисептиком или антибактериальным против вашей раны, обиды и горечи? Forgiveness. Прощение. How does that work? Что? Как оно работает? See, you know what we think. Знаете, как мы думаем. And that's a mistake. Это ошибка, как мы размышляем зачастую. We think that forgiveness is a benefit to the one hurting us. Что прощение это как бы награда тому, кто нас ранил. We don't want to reward them, we want to punish them. Мы ж не хотим его наградить, мы хотим его наказать. But we don't understand. Но чего мы не понимаем? That forgiveness heals us much more than the other person. Что прощение исцеляет нас намного больше, чем другого человека. Hebrews chapter 12 verse 15. Евреям 12:15 сказано. Be careful not to push away the grace of God. Будьте осторожны в том, чтобы не отодвинуть благодати Божией. Lest you get a root of bitterness. Чтобы никакой горечь не проник. And it will poison you. Который отравит вас. Just like the poison of a viper. Точно так же, как яд гадюки. Why did God send snakes to bite them? Почему Бог послал змей ужалить их? He's showing them. Он показывает им. How their complaining is like poison. Что их ропот и недовольство, оно является как яд. How bitterness is like poison, что, infection. Горечь, обида, это как инфекция, как яд и жало. And the physical is true as the spiritual. И точно так же, как в физическом, так и в духовном мире. So you want to be free from bitterness, from Итак, poison? Если вы хотите избавиться от горечи, обиды, от яда, отравы, forgive. Простите. And bless. И благословите. Pray for that person. Молитесь за этого человека. Я не хочу молиться за этого человека. No, I will never do that. I've been there, ladies and gentlemen. I know what you're feeling. Братья и сестры, я был там, я знаю, о чем идет речь. I've heard criticism. Я знаю, как вы себя чувствуете. Я чувствовал на себе критику. I've been hurt. Я был много раз ранен. And you know, the closest people to us hurt us the most. И обычно самые близкие люди ранят нас самое больше. And that is a painful wound. И это настолько больная рана. Это большая, глубокая рана. It's a deep pain. Глубокая боль. The Bible says, look to the cross. И Библия говорит, взирайте на крест. And you will live. И вы будете жить. You will live. Вы будете жить. When you are bitter, you're not living. You're suffering. Когда ты в горечи и в обиде, ты не живешь, а страдаешь. Hallelujah. You live. Ты живешь, when you see. Когда ты видишь. Not the serpent. Когда вы видите... Not the serpent, не змея, but you'll see Jesus. Но вы видите Иисуса. Иоанна 3,
14. In two verses, John 3:16 will come. Через два стиха будет Иоанна 3:16, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единственного сына. Но посмотрите на 14 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус стал подобным этому змею. Как? He who had no sin, он, не имеющий греха, took our sin on himself. Взял наш грех на себя. And when God saw his son, и когда Бог увидел Сына he Своего, couldn't look at all that sin. Он даже не мог смотреть на весь этот грех. He was lifted up. Он был вознесен between heaven and earth. Между землей и небом. Do you get it? Вы понимаете? Between heaven and earth. Между землей and here's the cross. И небом. Hallelujah. И вот вам и крест. The innocent one suffered. Невинный страдает. He didn't deserve that. Он не заслужил. I didn't deserve to be hurt. О, я не заслужил этих ран. Neither did Jesus. Иисус также не заслужил. And you know, two thieves were cursing and mocking. И знаете, два разбойника по краям, они проклинали, там ругались. But Jesus prayed the prayer of antiseptic. Но Иисус молил молитвой антисептика. Father, forgive them. Отец, прости им. And one of the thieves became saved. И один из разбойников спасся. Alistair Begg is a preacher. He said this on the internet, and I love that. I want to repeat it for you. Begg, он проповедник, и он рассказывает такую историю. So, the thief on the cross gets to heaven first day. Представьте себе, разбойник входит в рай первый день. The angel meets him at the gate. И встречает у ворот этого разбойника ангел. How did you get here? Сэр, как ты сюда попал? The thief says, а разбойник говорит, I don't know. Не знаю. What do you mean you don't know? Как это ты не знаешь? I don't know. Ну, не знаю. Do you know the doctrine of sanctification by faith? Ты знаком вообще с доктриной освящения по вере? No. Нет. Do you read the word of God, the scriptures? А ты Божье слово, Писание читаешь? No. Нет. I never did. Никогда не читал. Well, how did you get here? Как ты сюда попал? Let me get a supervisor. А ну-ка, сейчас начальника своего супервайзера позову. So supervising angel comes over. Приходит ангел супервайзер. Sir. Сэр. We have a few questions. Так, у нас пару вопросов к тебе есть серьезных. Okay. Хорошо. Did you go to church? Ты в церковь, в синагогу ходил? No. Нет. Tell me, who are you? Вообще, кто ты? What did you do? Что ты сделал? I'm a criminal. Я преступник. What? Как? I killed somebody. Я кого-то там убил. I broke every law. Я все законы нарушил. I was sentenced to die. Я был приговорен к смерти. Here I am. И вот я здесь. How did you get here? Как ты сюда попал? The thief answers. И разбойник отвечает. The man on the middle cross, человек, said, I could come. Который был на кресте посредине, сказал мне, что я могу зайти. The man on the middle cross, человек на центральном кресте, he said, I could come. Сказал, что я могу and he said, зайти. You could come. И он сказал, что ты можешь he зайти. Said, I could come. И я могу зайти. Not because we, не потому, что не из-за нас, because he, а из-за Него. He took our sin. Он взял наш he грех. Became sin. Он стал грехом вместо нас. No sin. Не знающий греха, невинный. Don't be proud. Не гордись. Don't be bitter. Не будь в горечи. Don't complain. Не ропщи. When you see the cross, когда ты увидишь крест, you have nothing to complain. У тебя ни о чем нету, чтобы недовольствоваться. Но они услышали меня. They hurt me. Но меня ж так ранили. They hurt him more. Они его еще больше ранили. And so, the snake didn't always look that way. Знаете, змей не всегда так выглядел.
Eve in the garden would never talk to a snake like that. Ева в Эдемском саду с таким змеем никогда б не заговорила. My wife Esty, she hates snakes. Моя жена Эсти ненавидит змей. On TV she can't look. Она не может на это смотреть. So how would Eve talk to something like that? И как вот Ева, женщина хрупкая, подошла бы и разговаривала с таким вот змеем? Theologians say. Богословы говорят. That the serpent must have had another form. Что змей до этого случая имел другую форму наверняка. Because this is the result of his curse. Потому что то, как змей выглядит после, это результат проклятия. You shall crawl on your belly. И так ты будешь ползать на чреве своем. Не будет у тебя ни ног, ни рук, ни крыльев. We don't know what the serpent looked like. Поэтому мы не знаем, как этот змей выглядел до проклятия. But I'm sure that. Но я уверен. Satan would choose the most beautiful creature of God. Что дьявол бы избрал самое лучшее, красивое творение Божье. Possibly a bird. Наверняка, возможно, даже птицу. With beautiful feathers. С прекраснейшими перьями. With wings that fly. Крыльями. Red, blue. White, голубого, yellow. Красного, желтого цвета. I didn't put it on the screen, but I saw many beautiful birds. Я не поставил их на экран, но я представляю, как много у Бога творения красивых птиц. What does that tell us? Но что это нам говорит? Number one. Первое. That sin is attractive. Что грех привлекателен. In the beginning, в начале, it looks beautiful. Всегда грех выглядит очень привлекательно. It looks desirable to the eyes. Такой желанный, вожделенный для глаз. It looks good for food. Для того, чтобы вкусить. It will make one wise, says the gospel. И там сказано, что вы станете мудрыми, всезнающими, когда вкусите. Satan is not foolish. Дьявол не глупый. He is not going to tempt you or me with something we don't like. Он не будет нас искушать тем, что нам не нравится. So you put drugs in front of me, cocaine, heroin, whatever. Если передо мной наркотики, кокаин, героин, что-то положить, it doesn't call my name. Оно мое имя даже не вызовет. But if you put вареники with smetana, но вареники со сметаной передо мной, у меня коленки сразу трясутся. And for dessert, makimnik, I'm done. А если на десерт маковый пирог, все, я сдался. I asked one guy, how do you deal with temptation? He says, I have no problem. Я у одного парня спросил, как ты с искушениями борешься? Он говорит, у меня проблем нет. How do you not have problem? Как это нет проблем с искушениями? I just give in. Я просто сдаюсь. So in the beginning, sin looks beautiful. Вначале грех всегда прекрасно that выглядит. Somebody else's wife looks attractive. И чья-то жена всегда выглядит привлекательной. Getting drunk seems fun. Напиться выглядит так здорово. Drugs give you a high. А наркотики тебя такой кайф дают. If they didn't, they wouldn't do it. Если бы этого не было, такого, оно бы не привлекло. But then, number two. Если бы, но второе. Later. Позже. Sin will show its ugly face. Грех покажет тебе свое уродливое лицо. Bible says bread stolen in secret is sweet, but later. Библия говорит, что украденный хлеб вначале сладок, но позже it turns sour or bitter in your stomach. Он становится горьким в твоем чреве. And now the serpent, the beautiful serpent, becomes a hideous snake. И после этого этот прекрасный змей становится отвратительным животным. So when God saw Jesus on the cross, what did He see? И когда Бог увидел Иисуса на кресте, что Он видел? He saw the sin of the world. Он видел грех мира. Before we take the supper of the Lord, прежде чем мы приступим к причастию Господню, Apostle Paul tells us to examine ourselves. Апостол Павел говорит нам исследовать себя. So, this is how some people examine themselves. И вот как себя люди некоторые исследуют. They look around. Так посмотрел по сторонам. They see one person, another person. Одного, второго человека увидел. You know, compared to them, I'm not so bad. Ну, если сравнить с ними, я не так уж и плох. And so we look good. И мы так неплохо выглядим. But that's not how you examine yourself. Но это не экзамен себя. Today's message. Сегодняшнее послание calls us to look to the cross. Призывает нас взирать на крест. And in the light of the cross. И в свете креста.
thinking, considering the suffering of the Lord, размышляя о страдании, помыслив о претерпевшем Господе, we see ourselves in that light. Мы видим себя в этом свете. And it convicts us. И оно нас обличает. Because we see the innocence of God. Потому что мы видим невинного Бога. And there we see our guilt. И мы видим нашу вину. Did you notice what happened on the cross? Вы заметили, что произошло на кресте? That the two thieves were mocking and laughing. Что два разбойника издевались, ругались и насмехались. The soldiers were spitting and pulling his beard. Солдаты плевали и вырывали клочки бороды. But he prayed. Но он молился. He didn't curse. He blessed. Он не проклинал, он благословлял. And something changes. И что-то там изменилось. Here's the principle. Listen, listen. Вот послушайте принцип. When the innocent suffer, когда страдает невинный, the guilty become more guilty. Виновный чувствует себя еще виновнее. Because one of the thieves says, потому что один из разбойников говорит, stop laughing. Перестань смеяться. This man, этот мужчина, он невинный. And he saw his sin. И он увидел свой грех. We deserve this. Мы заслужили we это наказание. Are criminals. Мы криминалы и преступники. That's why we're dying on вот почему мы умираем на кресте. But this man has done nothing wrong. А этот ничего не сделал. What changed him? Что его изменило? The suffering of the innocent. Страдание невинного. There is a purpose to suffering. Есть цель в страданиях. The purpose of suffering reveals our guilt. Цель страдания, чтобы открыть нашу вину. 2 years or more. 2 года или более. I'm not looking at that clock, so you can stop it right now. Да, можете часы остановить. У нас есть, мы до конца проповедуем. There's no other service. Да, уже у нас четвертого служения нет, у нас свобода. I'm here to bless you. Я здесь, чтобы благословить. Аминь, пастор. Я заряжаюсь. What was I saying? I forgot. Me too. Lord, you have a word for us. You're talking to us, Lord. Господь, у тебя есть слово к нам. Lord, и ты говоришь. We pray that we give you glory. Мы молимся о том, чтобы воздать тебе славу. So when we see the innocent suffer, когда мы видим невинного в страданиях, then and only then, именно тогда. We see our guilt. Мы видим свою вину. We see that we complain. Мы видим, что мы ропщим. We see that our suffering is nothing like the suffering. Мы видим, что наши страдания ничего не имеют общего с тем. That's why we have communion. Вот почему нам нужно причастие. Every month or every time. Каждый раз и каждый месяц. When you eat of this bread. Когда мы вкушаем. Drink of this, из этого хлеба, из этой чаши. Remember me. Помни and when I truly меня. Remember the Lord, и когда я истинно вспоминаю Господа, я не могу гордиться. I can't be sinful. Я не могу быть в грехах. I can't be bitter. Я не могу быть в горечи. I cannot not forgive. Я не могу быть в непрощении. Because the Lord Jesus forgave. Потому что Иисус Господь oh, but простил. That's Jesus. О, ну это же Иисус. Well, how about Stephen? А как насчет Стивена? What did he do wrong? А что Стивен не так сделал? And they killed him. Они убили его. Can you picture yourself receiving stones at your head? Можете себе представить, как Стефана побивали камнями? And he looks to heaven. И он смотрит на небо. And he says, I see heaven open. И он говорит, я вижу открытое небо. Jesus. Я вижу Иисуса. That's the issue. I see вот, Jesus. Вот в чем вопрос. If я вижу Иисуса. You don't see Jesus, если ты не видишь Иисуса, you will not forgive. Тогда ты не простишь. If you don't see Jesus, если ты не faith, видишь Иисуса глазами you веры, will not be saved. Ты не будешь спасен. If you don't believe in the Son of God, если ты не веришь в Сына Божьего, by eyes of the Spirit, глазами духовными, you'll not see eternal life. Ты не увидишь вечную жизнь. A thief saw it. Разбойник, a thief. Преступник what увидел. Are you doing here? Что ты здесь делаешь? The man on the cross said I could come. Мужчина на кресте сказал, что я могу зайти. He saw his guilt. Потому что он увидел свою your вину. Life will not change. Твоя жизнь не изменится until you see до тех пор, пока ты не увидишь свой грех of the cross. В свете креста Христова. That's the biggest sermon I could give you. Это самая лучшая проповедь, которую я могу вам дать. I could say nice words. Я могу много чего хорошего сказать. I could give you beautiful words. Я могу красивыми словами выражаться. And your life will not change. Но жизнь ваша не изменится. But if you look to the cross, но если ты будешь взирать на крест, and you see the suffering и ты увидишь страдания Иисуса,
ты увидишь свою вину, и ты падешь на лицо свое, и ты скажешь: Боже, помилуй меня, я грешник. Если не так, третье, грех ужалит тебя. Just like a viper, just like a snake. Так, как эта гадюка, он ужалит тебя. It'll put its teeth into your flesh. Он вонзит зубы свои, клыки It в твою плоть. Release its poison into your spiritual bloodstream. Высвободит жало в свой, ваши в вены. And how does snake venom work? How does it work? Знаете, как яд работает в сосудах кровеносных? Две вещи яд делает. It paralyzes your heart. Он парализует сердце. And it paralyzes the message from your brain to breathe. И он поражает сигнал от мозга для дыхания. We breathe normally. Мы нормально дышим. You don't have to say, come on, long, breathe now, breathe. Okay, тебе не нужно breathe. Говорить своему телу: так, дыши, дыши, no, вот сейчас дыши. Subconsciously a signal is given. Breathe. You Нет, breathe. В подсознание мы просто дышим, потому что мозг дает сигналы. You don't have to tell your, come on, heart, keep beating. Тебе не okay, нужно сердцу boy, говорить: так, сердце, сердце, давай, 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 что ты там, давай, no, работай. No, Нет, no. Не нужно у тебя it, ничего. It Оно просто стучит. The brain says beat. Оно бьется, потому что мозг дает сигналы. But snake venom. Но А жало гадюки парализует сигналы от мозга в сердце, в дыхание, и человек умирает от нехватки. И это также происходит духовно. Есть только три греха. Все грехи исходят от этих трех. Первое — горечь и обида. Второе — это прелюбодеяние. Простите, идолопоклонство. И третье — аморальный или сексуальный грех. Только три. Bitterness. Горечь, обида, идолопоклонство и аморальность, сексуальный грех. Но Бог Бог осудил наш грех. Он взял наш грех на себя. Пятое. Всякий, кто взглянет на крест, будет исцелен. Do you have faith today? У вас есть вера Do сегодня? You have faith У вас today? Есть вера сегодня? Do you have eyes of faith? У вас есть глаза Do веры? You see Jesus? Вы видите Иисуса? By his stripes I am Ранами Его я исцелен. Аллилуйя. We preach Christ crucified. Мы, они кричали: «Распни Иисуса!» And Paul said, И апостол Павел говорит: We preach Christ crucified. Мы проповедуем Христа распятого. Number six. Шестое. How is looking at the cross, excuse me, question, how is looking at the cross able to save you or heal you? Как взгляд на Иисус, на крест, может тебя спасти и исцелить? I only have to illustrate this for you. Я сделаю просто иллюстрацию для вас. How did Jesus die? Как умер Иисус? Crucifixion is not for six hours. Распятие не на 6 часов растягивается. It takes 3 days to die from crucifixion. Требуется 3 дня для распятого человека, чтобы умереть. Look at the next slide. Посмотрите на следующую картинку. First, the Roman soldiers whipped him. Вначале римские солдаты бичевали его плетью. It's called a flagellum, and it's leather straps with balls of lead. Это римские плети или бич. Он на концах, на кожаных плетях были такие свинцовые насадки. When they tied Jesus' hands to a post, они привязывали Иисуса Христа, привязали его к столбу. Then the Roman soldier would whip him. И римский солдат бичевал по спине. And the balls would cut stripes, ribbons of flesh that would come and hang down. Эти медные наконечники вонзались в плоть и разрывали ее полосами. Remember, Jesus prayed the night before all night. Помните, что Иисус за ночь до этого он молился всю ночь. И сейчас его бичевали, и он теряет кровь. И потом на плечи вот эти разбитые он берет крест и идет на место распятия. Физических сил больше нет. Он упал. Иисус. God. Бог.
he fell упал from physical weariness. От физического истощения. Then they have the cross on the ground. И крест лежит на земле. And they lay him on the cross. Положили его на крест. Big spikes, metal spikes. Огромные гвозди металлические. Put in his palms. Вонзают в ладони. They nail him to the wood. Забивают в дерево. They have a hole in the ground. На земле уже вырыта ямка. They lift the cross. Поднимают этот крест. And it falls down into the hole. Падает в эту яму. Now remember, he's hanging. Помните, он висит. By his hands. На ладонях. His feet are crossed. Ноги скрещены. And every time the cross hits the ground, и каждый раз, it rips his flesh. Крест ударяется в землю, когда он, то он разрывает плоть. What is the torture of the crucifixion? What вообще, is the torture? Какая основная мучение на кресте? That it takes three days to die. Что три дня нужно, чтобы умереть? Hanging, they can't breathe. Потому что из-за того, что они висят, им трудно дышать. Their ribs are extended and it squeezes the lungs. They can't take a breath. Потому что ребра растянуты, и они стягивают легкие, и дышать невозможно. So they hang there. И поэтому они так висят. And to breathe. И пытаются дышать. They have to push down with their legs. Для того, чтобы дышать, им нужно оттолкнуться ногами. Each time they breathe. И каждый раз, когда они делают вздох, they push the nails further in their feet. Они, отталкиваясь еще больше, вонзают гвозди, которые вбиты в ноги. For 6 hours. 6 часов. Every breath. Каждый вздох. Was painful. Это мучение. Hanging by nails. На гвоздях висеть. Pushing with torn feet. Отталкиваться от пронзенных ног. And the back is filled with wounds. А спина просто вся в полосах разорванных. Rubbing against the splinters of the cross. Обтирается от этот крест, который весь в вонзаются там занозы. For 6 hours. 6 часов. So how did Jesus die? Итак, как умер Иисус? Well, how did the thieves die? Сначала как преступники умерли, разбойники. They broke their legs. Они переломали им колено, ноги. Crucifixion won't kill you. Распятие, оно вас не убьет. Right away. Сразу. And breaking your legs will not kill you. И даже перебить, когда ноги переломали. So how did they die? Итак, тоже не умрут от этого. They как же они умерли? Their legs so they couldn't push down and breathe. Они перебили ноги, чтобы они уже не смогли отталкиваться, и тогда уже дыхание. And they couldn't open their lungs. Уже легкие не могут набрать воздуха. Suffocation. И они умирали от того, что задыхались. But not Jesus. Но не Иисус. The Roman centurion said. Don't break his legs. He looks dead. Сотник, он говорит, не надо Иисусу перебивать ноги, потому что он уже мертв. But to be sure. Но чтобы убедиться. Put a spear in his heart. Вонзите копье в его сердце. And they did. И они сделали это. And then John writes the details. И Иоанн описывает детали. That blood came out. Выходит кровь. With water. С кровью, с водой. What does that mean? Подожди, как? Что это значит вода? Well. Medical science tells us this is a fact. Медицинская наука повествует нам, это факт. That when two old people live together for many, many years, 60, 70 years of marriage together. Когда два пожилых человека прожили вместе 60 лет и более. Дедушка or бабушка dies, the other one. They miss them so much. Когда дедушка или бабушка умирает, то они так тоскуют друг по друге, they soon die later. Что они короткое время спустя умирают позже. And if they do an autopsy, they find that there was water that squeezed the heart, and they had a heart attack. И когда делают вскрытие, они обнаруживают, что вода собирается вокруг сердца, which tells us. И она сдавливает сердце, и получается разрыв. And that tells us. И это нам говорит о том, Jesus didn't die from the nails. Что Иисус не от гвоздей умер. Jesus didn't die from the whip. Он не умер от бичевания. Jesus didn't die from the cross. Он не умер от креста. Jesus died of a broken heart. Он умер от разбитого сердца. So great was his love for you. Настолько велика была его любовь ко мне и к тебе. How can you reject such a love? Как можно отвергнуть такую любовь? How could you look at his suffering? Как можно смотреть на его страдания and walk away? И просто уйти? And not be changed? И не измениться?
When I see the cross, когда я вижу крест, I see my sin. Я вижу мой грех. I see my unworthiness. Я вижу мое недостоинство. I see Jesus. Я вижу Иисуса, who loved me so much. Который так возлюбил меня, who loves you so much. Который так любит вас. If you only knew, если бы ты только знал, how much he thinks about you. Как он много думает о тебе. You know, the Bible says he thinks about you every day. Знаете, Библия говорит, что он мыслит о тебе каждый день. More than that. Более того, Psalm 139:138 in Russian. 138 псалом говорит. Says, how many times a day do you think of me? Asked David. А Давид говорит, как часто ты думаешь обо мне в день? He says, more than there are sands in the sea. Более чем песчинок в море. That's how often per day. Вот как часто в день. I think about you. Я думаю о тебе. And what are you doing in answer? И в ответ, что у тебя для этого? How can you harden your heart? Как ты можешь ожесточить свое сердце? And that's the next slide. И следующая картинка. When you look at the cross, you see obedience and faith and innocence. Когда мы смотрим на крест, мы видим послушание, мы видим веру и страдание невинного. Hebrews 3:7. Но Евреям 3:7 сказано. Be careful, brothers. Смотрите, братья. That there not be any of you who have an evil, unbelieving heart. Чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. That falls away from the living God. Дабы вам не отступить от Бога живого. God is living. Друзья, Бог живой. Jesus is alive. Иисус жив. He rose from the dead. Он воскрес из мертвых. But first, но первое, he suffered for you. Он страдал за тебя. First, вначале, the innocent took on guilt. Невинный взял на себя first, вину. He took your sin. Первое, он взял твой и мой грех. But we must repent. Но нам необходимо для этого покаяться. Нам нужно прийти ко кресту. There's no other way but the cross. Нет другого пути, кроме креста. Pride cannot come. Гордость не пройдет. Stubbornness will not get you. Упрямость не пройдет. But only brokenness. Но только сокрушенное сердце. Humility. Смирение. I might have told this story before, but I'm prompted by the Holy Spirit to tell it. Возможно, я когда-то вам рассказывал эту историю, но Дух Святой побуждает мне еще раз повторить. Moody was one of the first ones who would call people to repentance to come forward. Moody, он один из первых, который начал призывать людей к покаянию пройти вперед. And so there was a man who was a very well-known man in Chicago in the community. В Чикаго в обществе был такой очень известный мужчина. And he was so convicted by the message of the gospel of the cross. И слово Евангелия, оно настолько его захватило и тронуло. He was shaking. Он просто трясся. A deacon went up to him. И диакон к нему подходит. He said, "Sir." И он говорит, сэр. Would you like to go forward and give your heart to Christ? Вы хотите пройти вперед и посвятить свое сердце Иисусу? But the man was too proud. А он был полон гордости и говорит нет. I can receive Christ right where I am if I want. Я, если захочу, могу принять Христа и тут, где я нахожусь. And the deacon said, "No, you can't." Диакон сказал, нет, ты не сможешь. And went away. И ушел. The man was angry. А он возмутился. How could he say such a thing? Как это он так мог мне ответить? The next night. На следующий вечер. The word of God touched his heart. Слово Божие опять прикоснулось к нему. And he's trembling. И он в трепете. The deacon says, "Sir." Диакон говорит, сэр. Maybe tonight you'll come forward. Возможно, сегодня вы пройдете вперед и посвятите свое сердце Иисусу. I can receive Him where I stand now if I choose. Я же сказал тебе, что я могу принять Иисуса тут, где я стою, если я решил. No, sir, you can't. Нет, сэр, ты не можешь. And he walked away. И ушел. The third night. Третий вечер. The man is broken. Этот мужчина полностью сокрушен. Он видит, как диакон к нему подходит. Он говорит, сэр, диакону говорит, я готов выйти вперед. Он говорит, нет, теперь ты можешь принять Иисуса Христа прямо здесь на месте. It's not the location. Не место нахождения важно. It's the heart. Это сердце. Do you see Jesus? Видите Иисуса? Do you see him with eyes of faith? Вы видите его глазами веры? Think about him. Подумайте о нем. See him. Увидьте его. Your life will change. И жизнь ваша изменится. But you have to obey him. Но вам необходимо повиноваться ему.
Because that is true repentance. Потому что именно в этом истинное покаяние. Станьте со мной. I'm done. I'm finished. Я закончил. But I must make an invitation. Но я должен сделать приглашение. Because there are people here. Потому что есть люди здесь. Whose hearts are not ready. Которых сердца не готовы. You are like that man. Ты, возможно, как тот человек. You're too proud. Ты слишком горд. Sorry, but you're too stubborn. Прости, но ты очень упрям. You want to know the truth or you want nice words? Ты хочешь истину или сладкие слова услышать? So let me give you the truth. Позвольте рассказать тебе истину. If you don't repent, если ты не покаешься, you will not see eternal life. Ты не увидишь вечную жизнь в Иисусе. But you must repent. Но для этого тебе нужно покаяться. You must be broken. Ты должен быть сокрушен. It's not on your conditions or my conditions. Не под твоим условием и не по моим. No. We come to the cross. Мы приходим ко кресту. And we fall down on our face. И падаем на наше лицо. And we say, God, и мы говорим, Боже, have mercy. Яви милость. Forgive my sin. Помилуй меня и прости мой грех. It's not difficult. Это не сложно. Unless you're proud. Конечно, только если вы горд, unless тогда сложно. Hard heart. Если ожесточенное сердце, so I'm just gonna give one invitation only. Я только one. Одно приглашение сделаю. If you need to make things right with God today, если тебе нужно сегодня примириться с Богом, я приглашаю. I don't obligate you. Я не обязываю тебя. I can't make you. Я не могу вас заставить. And that's not what I will do. И я не хочу никого but заставлять. I invite you. Но я приглашаю тебя. Come and make your life right with God today. Приди и примирись с Богом сегодня. As I pray, you come. Когда я буду молиться, выходите. In Jesus' name, во время молитвы, пожалуйста. Hallelujah. Father, we worship you. Отец, мы поклоняемся Тебе. We look to Jesus, мы взираем на Иисуса, the beginning and author of our faith and the finisher начальника of our и совершителя нашей веры. We look to Jesus, мы взираем на Иисуса, for our healing, нашего исцелителя, for our salvation, нашего спасителя, for a changed life, Lord. Тот, который меняет нашу жизнь. Father, call those, call them. Господи, призови тех, those that need to make которые right нуждаются примирения. Те, которые знают, что им нужно измениться, взывай к ним, призывай их. Коснись их сердца, Господь. Господи, обличи их в грехе. Сокруши нас, Отец. Дай нам послушное сердце. Дай нам честное, открытое сердце. Сердце покаяния. We love you, Jesus. Мы любим Тебя, Иисус. We thank you for your sacrifice. Благодарим Тебя за жертву Твою. Now save your people. Господи, спаси народ Твой. Heal your people. Исцели народ Твой. Transform your people. Преобрази народ Твой. Take away the bitterness. Забери всякую горечь и обиду. Take away the poison. Забери это жало. Take away the addictions. Забери всякую зависимость. I break the power of alcohol. Разрушаю силу алкоголя во имя Иисуса. Горечь, обида. Idolatry. Идолопоклонство во имя Иисуса. И я высвобождаю дух покаяния, дух сокрушительный, дух веры. Мы взираем на Тебя, Иисус. Воздаем Тебе славу и честь во имя Иисуса.